Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией празднование столетия республики было перенесено с июня на сентябрь. Но сейчас глава республики Артур Парфенчиков в целях обеспечения безопасности принял решение не устраивать массовых торжеств. В день празднования в Петрозаводске планировалось развернуть несколько праздничных и концертных площадок. На подготовку к столетию Петрозаводск получил субсидию в размере 1 миллиарда 400 миллионов рублей. В связи с отменой массовых торжеств столица сэкономит 76 миллионов рублей. Администрация города подготовит предложение в правительство республики по перераспределению средств. Артур Парфенчиков заверил, что деньги пойдут на социально значимые цели.